Чуть более полутора века назад в России был открыт первый детский сад. Но профессиональный праздник у воспитателей появился только в 2004 году. С тех пор, 27 сентября, в нашей стране отмечают День работников дошкольного образования. Воспитатель – это человек, которому родители доверяют свое еще очень маленькое и беззащитное чадо. И поэтому он должен безгранично любить детей. Именно такие люди работают в Молоковском детском саду «Василек». А теперь работать им будет вдвойне приятнее. Ведь новый учебный год они встретят в капитально отремонтированном помещении. Подробности в репортаже Юлии Погосян. Будучи построенным в 1983 году, детский сад «Василек» ни разу не подвергался капитальному ремонту. Лишь силами воспитателей удавалось поддерживать учреждение в надлежащем виде. Но в 2013 году здесь началась реконструкция. Всего на проведение необходимых работ было затрачено 12,5 миллионов рублей. Часть из этих денег была выделена из бюджета Московской области. Другую же часть инвестировали меценаты. Начиная от системы канализации и заканчивая современной мебелью, в детском саду «Василек» заменили абсолютно все. Конечно, сил вложено много со стороны сотрудников и вот властей всех. Поэтому и вот нам теперь радостно, мы встречаем праздник, День дошкольного работника. Сегодня вот я прошла по детскому саду во всех раздевалочках. Благодарности родителей, поздравления родителей дошкольникам, что очень радует. То есть родителям нравится и деткам в нашем детском учреждении. Большой вклад в капитальный ремонт внесли воспитатели детского сада. Нежную цветовую гамму и остальной дизайн придумывали именно они. А разрисовать стены на лестничных пролетах и вовсе решили сами. Появилась возможность подарить детям немножко своей души и подчеркнуть атмосферу этого доброго детского сада. До неузнаваемости преобразился и музыкальный зал. Благодаря инвесторам удалось смастерить замысловатый потолок и повесить красивые шторы. Кстати, именно в этом зале подготовительная группа репетировала постановку ко дню работника дошкольного образования. Маленькие артисты под руководством своего воспитателя готовят в честь праздника концерт с песнями, танцами и стихами. Детский сад у нас хорош, лучше сада не найдешь. Обойди хоть весь район, лучше все же будет он. Воспитатели у нас первой категории сочетают практику с умной теорией. День работника дошкольного образования – это один из любимых праздников воспитателей детского сада. И не только потому, что это их профессиональный праздник, но и потому, что многие сотрудники трудятся в «Васильке» с его открытия. Для них он уже успел стать вторым домом. Татьяна Севрюкова работает здесь на протяжении 30 лет и является воспитателем подготовительной логопедической группы. Накануне праздника она раскрывает секрет своей успешной деятельности. Самое главное, конечно, любить, уважать ребенка и быть как бы наравне с ним. То есть все их проблемы принимать близко себе, решать вместе с детьми. Поспрашивав у детей, что им нравится в детском саду, становится ясно. Василек действительно хорошее место для комфортного пребывания ребенка. Здесь хороший воспитатель. Здесь все вкусное дают. Здесь много друзей. Тут много игрушек. Дают тут очень вкусное, спать ложиться. Что «Василек» – это образец детского сада, считает и замглавы по социальным вопросам Надежда Демкина. И накануне Дня работника дошкольного образования поздравила всех воспитателей с их профессиональным праздником. Без труда работников дошкольного образования, я хочу подчеркнуть всех, это и воспитатели, это и нянечки, это и повара, это и охрана, и техническая служба. Они все сегодня на страже настроения, здоровья маленького гражданина нашего общества. И я очень хочу пожелать нашим работникам дошкольного образования крепкого здоровья, удачи, добра и мира. В Ленинском районе последнее время становится все больше детских садов, которые соответствуют всем стандартам. Помимо строящихся современных дошкольных образовательных учреждений, активно ведется работа по капитальному ремонту существующих. На данный момент в районе насчитывается 23 детских сада, и почти в каждом будет проведена реконструкция. В поселке Володарского через 2 месяца начнется строительство садика, а купленный детский сад у завода «Москокс» будет отремонтирован за счет частных средств компании «Доверна». Юлия Погосян, Евгений Петров, Наталья Буслаева. Видно этого.